Всем привет! Меня зовут Ирина Форми, и я рада приветствовать вас на своей тренировке. Сегодняшнее занятие потребует от вас коврик и желание иметь красивый, твердый, упругий кор. Нам понадобится всего лишь 15 минут для вашей тренировки, и вы удивитесь, насколько сильно можно проработать свой кор за эти 15 минут. Итак, первое упражнение – это планка на прямых руках. Исходная позиция ладони под плечами, животы подтянули, колени отрываем от пола и выходим в планку. Туловище напоминает одну ровную прямую, которая напряжена от макушки до пяток. Держим планку ровно минуту. Затем отдыхаем 15-20 секунд, выполняем второй подход, снова отдых и третий подход. То есть у нас три подхода по одной минуте. Дальше мы с вами усложняем тем, что начинаем сгибать бедро по диагонали и коленом тянуться к противоположному локтю. Выдох, поставили, выдох, поставили, выдох, вернули ногу, выдох, вернули, выдох, вернули, выдох, вернули, выдох, вернули. Таких планок мы с вами выполняем точно так же, три подхода по одной минуте. Следующее упражнение – это планка с касанием одноименным коленом локтя. Выдох, вдох, выдох, вдох. Обратите внимание, что я корпус немного подаю также вперед. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Если остались силы, снова выполняем три подхода по одной минуте. Дальше мы с вами снова усложняем задачу. Вспоминаем планку на прямых руках и добавляем отжимания с коленей кузнечиком. Выходим в планку, затем колени ставим в пол. Прижимая локти к корпусу, уходим вниз кузнечика. Выдох. Оторвали колени. Снова колени. Согнули локти. Выпрямили. Вверх. Колени. Кузнечик. Оп. Вверх. Колени. Кузнечик. Оп. Наверх. Таких подходов снова три. То есть мы постоянно с вами отжимаемся и выходим, возвращаемся в планку. Затем выполняем подтягивание локтя в потолок. Выходим в планку. Выдох. Тянем локоть вверх. Выдох. Поменяли. Выдох. Поменяли. Выдох. Поменяли. Обращаю ваше внимание, что данное упражнение будет эффективнее, если мы не будем крутить корпусом. Задача максимально застабилизировать весь кор, направляя локоть в потолок. Если на данное упражнение останется сил хотя бы по 30 секунд, то будет просто шикарно. Можно затем отдохнуть буквально 30-40 секунд, стряхнуть все напряжение с рук и соединить все с самого начала. Вспоминаем. Касание по диагонали, прямое касание, кузнечик и подтягивание локтя вверх. Готовы? Давайте вместе со мной. Колени в пол, кузнечик, оп, наверх. Диагональ, диагональ. Прямое касание, прямое. Локоть вверх, локоть вверх. И все сначала. Колени, кузнечик, вверх, планка. Диагональ, диагональ. Прямое касание, прямое. Локоть, локоть. Отлично. Если таких кругов за один подход мы сможем сделать 5, то это будет просто шикарно. И в идеале повторить 2 раза.